прекрасный момент, в один прекрасный день, нам принесли посетители вот этих изумительных девочек в коробке. И у нас в этот момент окатилась кошка. Ну, мы решили подложить их к ней. И она их приняла. Она начала их вылизывать. Вот, они немножко были напуганы. Потом адаптировались. Поняли, что это их вторая мама. Дружелюбно живут они, вот, вместе спят, вместе передвигаются, ползаются, борются за молоко.